Я вам еще сейчас преподам уроки выживания в тайге. Вы мне спилите пень, будем суп варить. А то скажете, зря пришла. Ты вон ближе взял бы там посередине, а ты не слушаешь. Так пусть горит. Свечка. Ох, ничего себе, что это. Ламитаю, привет. Достали, а там трезвенький что-то обурил. Ну все, готовьте суп. Сейчас мы супчика сварим, горяченько, хороший огонек, тепленький. Ты тут хороводы, смотрю, не наводил возле елки. Наверное, не водил. Не водил, не водил. Так, еще надо? Нет, достаточно. Еще надо пока? Ну, ладно, можно еще. Пока я сейчас вот эти вот. Колдуй, бабка, колдуй, дед, колдуй, черненький медведь. Идет по плану, мы его сверху поддерживаем мелкими сушочками. У меня на родине в Беларуси говорила бабушка тресочки, вот это называется тресочки. Гори, гори, гори ясно, чтобы не погасла. Гори, гори ясно, чтобы не погасла. Гори, гори ясно, чтобы не погасла. Гори, гори ясно. Можешь вот такую разломать. Гори, гори ясно, чтобы. Ничего себе, ты салатиков наелся тут. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Внутри этой щели, там внутри горит огонь. Надеюсь, вам, ребята, видно. Сейчас Анечка подует. Что у нас получается? Внутри огонь горит, а сверху дым валит столбом. Можно коптить рыбу. Печечка у нас разошлась, горит. И будем варить супчик. Я думаю, может быть, это воду не из речки, а... Нормальная вода, нормальная вода, конечно. Ну все, давай. Все, ставь. Да будет ням-ням. Давайте уже есть что-нибудь. Быстрее. Чуваненько, у меня уже слюна побежала. Так можешь? С утра только чашка кофе и чашка горячего чая. Здесь хватит. О, приятного аппетита. Ага, вам так же. Да ты что? Жесткая, не жесткая. Какое вкусняшное. Вкусняшное, главное. Сочно. Главное, горячее. Так, Юра тут вкусняшный какой-то. Бизанка такая. Юра
по-хозяйски. Ну. Ага, сейчас подожди. Скромный, скромный бутерброд. Ага. Ну уже поесть, так поесть. Какая рыбалка. Да, да, не говори. Когда тут можно покушать. Была бы рыбалка, никакой еды бы не было. Ой, как вкусно. Ой, смачное такое. Гарно сальце. Костер разгорелся сразу. Закапал. Ну, нам для волшебного супа понадобится тушенка. И вот таких вот два доширака. Иди сюда, моё сальцо. Это давление какое, никто не смотрел. Ну где-то 765 где-то вот так. Ну, давай, как он. Ну, я. Ох, хорошо. Ох, хорошо, да? Хорошо. Может, она к вечеру летит. Может быть. Она мне тут за скоты бывает. Тушенка готова. Какой вот у нас... Хорошее пламя разошлось. Давай, Анечка, выковыривай. Так, следи, чтоб я тут не зажглась. Ненароком. Ой, какое оно румяное. Поджаристое. Юруба не к краюху хлеба. Ага, тоже смотрите. О, так, тут. Кушай, кушай, Анечка. Куда? Можно чередовать сало, нарезанное уже. Вот так мы снега кидаем. И снег для увеличения объема воды. Много-то не надо. Как там говорят, голод не тетка? Да, голод лучшая приправа. Все собрались возле костерка. Да. И потом поставим на стол. Что ж, мы продолжаем обедать. У нас... Супчики самые голодающие такие. Была полная тарелка, 5 секунд, ничего нету. Кушай, кушай. Торопимся, а быстро застывает. Давай, давай, торчи, торчи. Пеня, что как будто вас месяц не кормили. Не, вообще. Новый год, не знаем. Там у кого столы ломились. Горит оно хорошо. Просто. Все, замерз, можно попой сверху. Да. Махом согреться. И в рот воды набрать. Печечка у нас хорошо так уже прогорает. Поставили поблизости шипцов, чтобы отогрелись немножко, а то им тут холодненько будет. Холодненько. Коптим перчаточки. Перчаточки-то коптим.